Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan X-Travel 2014 года выпуска. Двигатель 2 литра, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 84 тысячи километров. На этом автомобиле заменю сегодня подшипники передних опор. Подшипник передней стойки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба колеса и смотрим, где у нас находится опора. Здесь быстрее всего не под жабо. Откручиваем снизу и откручиваем сверху. Вытаскиваем стойки и разбираем. Открыл капот и посмеялся. Nissan перенял у Volkswagen тему. Не шпильки, а болты вкручиваются в опору. Получается, они торчат снизу и забиваются коррозией от времени. И потом их выкручивать, это целое может быть геморрой. В каком плане? Если оно закусит и сорвет гайку, то болт надо обрезать. Можно здесь обрезать, можно здесь обрезать. Но вот как вот этот обрезать, который находится в глубине стакана, это только снимать капот и пытаться его высверлить. Все делает, чтобы было удобно. Забрызгиваю сейчас все соединения ВД-шкой. ВД-шки кончаются. Вот сверху забрызгал. Сейчас болты снизу забрызгаю. Здесь ослаблю, а потом уже поднимем, будем откручивать снизу. Головка похожа на 12. Нет, это уже не тот Nissan. Это европейский Nissan, и головки здесь уже на 13. Так, вот здесь заглушка. Поддеваем вот эту заглушку. И под этой заглушкой находится болт. Если открутить, мы его открутим, скажем так, без особых трудностей, то вот закрутить его будут определенные трудности. Надо будет поднимать жабо и ловить болтом отверстие. Сейчас я ловлю болт головкой, а потом будем ловить болтом отверстие. Побрызгал, болты вроде идут нормально. Мы будем собирать, смажем их. Да, смазал, выкрутился легко. Метки останутся на стакане. На стакане есть пропилы овальные. Можно немножко чашку уводить, развал делать. Попробую еще сейчас подорвать центральную гайку. Гайка на 18. Центральная.
Да, пошла. Поднимаю автомобиль. Ослабляем болты. Головка на 21. Также ослабляем головкой на 18 стойку стабилизатора. Снимаем с кронштейна провод датчика АБС. Также снимаем стопор тормозного шланга. Ну и все у нас получается. Стойка стабилизатора живая. Надо открутить только вверху два болта и снять стойку. Здесь у нас все отцеплено. Опускаю, откручиваю. Верхний болт я откручиваю и оставляю его в отверстие вместе с воротком, чтобы он не выскочил. Теперь придерживаю стойку. Придерживаю стойку и откручиваю последний болт. Стойку вытащил. Вставляю стойку в зажим. А вот был вопрос у человека, а как работать с пружинами обратного заворота? Вот она, пружина обратного заворота. Будем как-то думать, вставлять и сжимать.
Ну что могу сказать, штука замечательная, но с пружинами левым витком она не работает, нужны лапы, наоборот, зеркальные. Поэтому, кто будет приобретать такую штуку, смотрите, чтобы лапы были как на правого витка, так и на левого витка пружины. Ну а сейчас буду старым дедовским методом, стяжками. Поставлю для себя меточку. Смотрит она параллельно зажима на цапфу. Ну и теперь стяжками стягиваю пружину. Стяжкам без разницы, в какую сторону завита пружина, поэтому хорошо, что они тоже есть. Напротив друг друга располагаем стяжки. Ну, в принципе, этого достаточно. Держим битой. Не битый, а шестигранник на 6. Беру такой ключ на 18. 540-0.18 дело техники торцевой. Он с прорезью. Удобный. И откручиваю. Так, моя метка, вот она. Вот подшипник. Что у него не так? Вроде бы смазанный. При повороте руля хруст идет именно с левой стороны больше. Я понять конструктив не могу. Это что, и есть весь подшипник? Там шариков не получается, нету. Прокладка из какого-то материала. Но здесь больше ничего нету.
Это весь подшипник. Здесь нету ни шариков, ничего. Смазка есть, но и хруст есть. Берем новый подшипник, оригинальный, 54-325-3RA0A. Вот он подшипник. Все у него точно так же. Все да не все. Абсолютно тут то же самое все. Хочу вскрыть, тоже посмотреть. Все. Ничего здесь больше нету. Смазываю болтики. Тот болт снизу я побрызгал. Также эти приготовлю сразу. Поднимаю стойку и наживляю этот первый болт, который у нас не видно, до которого неудобно добираться. Все, наживил я дальний болт. Можем наживлять вот эти. Ставлю по старым меткам, по старым следам. Все, сверху я подтянул, забрызгал смазкой резьбу, чтобы она не кисла, ставлю на место заглушку. А теперь поднимаем автомобиль и собираем снизу. Так, отвертку я здесь на всякий случай воткнул, она уже не нужна.
смазываю болты. Один и второй. Наживляем гайки. Также смазываем палец на стойке стабилизатора. Затягиваем. Одеваем на место стопор на шланг. Одеваем проводку. Аналогичным образом меняем подшипник со второй стороны. Одеваем колеса. И на этом замену подшипников опор передней стойки я закончил. Всего вам доброго!